Амаль 170 тысяч стольки зворотов и претензий за 8 месяцев 2019 года поступило от жыхароў в области у одиную диспетчерскую службу жилево-коммунальной господарки по номеру 115. Такие дадзены огучены сегодня подчас пресс-конференции гомельским аблвыканкаме. На пытание журналистов отказали представники сферы жилево-коммунальной господарки региона. Каля 70% зворотов – заявки. Сярод лидеров по колькости буйные города. Гомель, Жлобин, Мазыр, Речица, Калинковичи. Частей за все звонки на короткий номер 115 носят консультативно-доведочный характер. Это больше за 65% от агульной колькости. Об рознагороду неосправностях поведомляют каля 10% тех, кто потелефоновал. Треба означать, что каждый зворот, что поступает в одинную диспетчерскую службу, обовязково фиксуется, опрацовывается и накировывается на выконание. За 8 месяцев 2019 года по 85% зворотов пытание вырашены становча. Это работа на контроле. За невыконание заявок, непритрымливание терминов и иншие порушения до отказности притягнуты 45 службовых особ. Работа диспетчерской службы ЖКГ выгодная для всех боков. Предприемствам галины это дозволяет вызначать напрямки объекты, которые потребуют больше пильной уваги, а насельництву худшее вырашать свои проблемы. Оценка всех тех обращений, которые поступили, заявок, претензий. И на основании этого можно уже, соответственно, принимать управленческие решения, направлять финансовые потоки на решение наиболее злободневных проблем, которые беспокоят граждан либо в отдельном доме, либо на отдельной территории, либо в районе в каком-то конкретном. И, соответственно, точно решать эти задачи, направляя и принимая правильное управленческое решение. Это позволит и людям, соответственно, быстрее решить те проблемы, которые у них возникают.